Стоп. Приветствую всех в уголке любопытного геймера. Это снова прохождение Dishonored The Knife of Dunwall. Так, ну что, в роли Дауда, убийцы императрицы, я продолжаю исследовать какую-то тайну, которая даже мне пока неизвестна, по наводке чужака. Думаю, стоит осмотреться. Оу. Здесь у нас амулет. Ну, это же замечательно, правда? Какое мне дали? Так, зелье. Больше маны. Это хорошо. Вот так вот. О, как. Это интересно, кто такой? Ну вот, собственно, они болтают как раз об этом пленнике. Теперь я практически уверен, что с ним стоит поболтать. Ага. Они говорят о каком-то черном ходе. Вот это интересно. У него, по-моему, что-то на поясе. Да. В случае чего я допрыгну. Запугивает, запугивай своего напарника, гадкий стражник. Ничего. Возможно, он его пугает не напрасно. Но вот этот ключ на поясе этого молодого стражника меня интересует очень-очень сильно. Ага. Ну, теперь поговорим с этим товарищем. Victim of one of his own eviction documents. I've prepared one, complete with the forged signature of the Lord Regent. Please, go to my old apartment. It's right next to Timsh's estate. Here's the address, but I doubt you can get inside from the streets. There you'll find my journal, which contains the entire plot and everything you'll need. But you're a businessman like I once was. I don't expect you to do this for free. If you do go to my apartment, you'll find something stashed there. Consider it your payment in advance. Восхитительно. Я, кажется, сговорился с каким-то очередным подлецом, но его затея мне нравится больше. Он хочет
выселить подлеца Тимша, который вышвыривал людей на улице. Я думаю, такая участь для негодяя вполне подходит. Так. Ну, пустите меня внутрь. Ух ты. Ау, руна. Замечательно. А здесь что? Дневник Роланда. Тимш думает, что он неуязвим, раз заполучил письмо лорда-регента, дающее ему неприкосновенность от любых преследований, связанных с чумой. Повсюду носит это письмо с собой, словно талисман, но оно обернется оружием против него. Его письмо написано на стандартном бланке, которых полным-полно в канцелярии лорда-регента. Достать чистый бланк было делом техники. Подделать подпись лорда-регента оказалось сложнее, но, к счастью, у меня еще остались знакомства в нужных кругах. Теперь нужно лишь подменить письмо. Но подобраться к Тимшу непросто. Возможно, мне понадобится помощь профессионала. Когда дело будет сделано, этого болвана ничто не спасет. Но сначала надо исполнить задуманное. В подвале особняка Тимша есть насос, который гоняет воздух по дому. Если некоторое вещество попадет в насос, здание будет смердеть, словно нора плакальщика. Нужно выразиться точнее. Я не хочу заразить стражников или слуг чумой, вовсе нет. Одна неопрятная дама из 10-й квартиры обещала мне дурно пахнущее вещество и плотный мешок для его переноски. Взамен она жаждет получить мою руну. Что ж, пусть так. Она дала мне ключ от своего жилища, так что я могу забрать мешок, когда буду готов. Так, ну ладно. Значит, за мешком двигаем, получается. Опять-таки, не думайте, что в данном случае я проявляю какую-то снисходительность. Блин. По отношению к Тимшу. Нет, напротив. Я думаю, что он заслуживает более суровой участи, чем просто смерть. Этот человек был отцом. Он произвел на свет 6 детей от 3 матерей. Одного из них он утопил, но то был несчастный случай. Дедушка ребенка узнал о случившемся и совершил свой суд. Она. Так, во. Так проще. Какие-то непонятные записки. Какие-то сектанты тут. Этот работал так усердно, что сломал себе обе руки, и тогда его вышвырнули на улицу. Мать заботилась о нем, пока не умерла, тогда он стал попрошайкой, а потом умер. Это предсмертные записки, пишут сектанты. Этот любил вырезать фигурки из дерева. Однажды он вырезал маленького кита, носил его в кармане и разговаривал с ним. Фигурка знала все его тайны, как и я. Она была учителем. Рассказывал детишкам о черноглазом, который увидел в своих снах. Никто ее не понимал. Но однажды один из детей впал в транс и начал выкрикивать ее имя. И за ней пришли смотрители. Веселые истории, финал у которых один. И этот финал упакован вот в эти замечательные мешки. Ух ты. What does he smell like? Rotting flesh? Wild flowers? Does he ask you questions? I wonder when he'll speak to me. Here's one last lesson, for old time's sake. The barrister was a champion at finding his enemy's weak points,
But he didn't see Delilah as a threat until it was too late. No one's watching Delilah now except you. And me, of course. I see everything. I see forever. And right now, I see a man walking a tightrope over a sea of blood and filth. The Empress is dead, and the water's rising. You've got Rothwild packed into a crate, bound for the frozen north, Dav. Surprisingly clean work for a man with so much blood on his hands. Did the Empress change you? Or do you think this will help you dodge what's coming? You'd better hurry. You're running out of rope. You were in a daze. I hope it was enlightening. Интересно, а как они пользуются магией, если чужой с ними даже не говорил? Со мной и Скорва, ну то есть с Даудом и Скорва он общался, а с этими нет. Так почему же они умеют телепортироваться и... Ну другие интересные штуки умеют тоже. А, вот, зловонный мешок и записка. Этот родился в богатой семье и любил жить в деревне, где он мог видеть звезды по ночам. Он был необразован и ничего не знал о звездах. Он просто молился им. Какие-то странные истории, честно говоря. Так. Куда бы нам двинуть? Пост. Ё-моё. Давай, ты ничего не видел. Я сказал, ты ничего не видел. Это крысы. Не нужно бояться крыс, дорогой. Ну давай, давай, давай. Исчезни где-нибудь. Исчезни. Ну вот и замечательно. Так, что тут у нас? Ага. Вот он, значит, пост. Это меня там ждет. Моя знакомая. Блин. Я себя за подобные глупости иногда просто ненавижу. Так, не пошарить в этом заведении было бы кощунством, поэтому я пошарю. Стихи Далилы, хотя она Далайла, конечно. Однажды Эмили проснулась поутру и в новом свете увидала мир вокруг. Чужая искорка блестит в ее глазах, усмешка странно играет на коралловых губах, чужая ловкость ныне в маленьких руках, и странной яростью ее наполнен шаг. Чужая сила в теле Эмили жила, ее желанием послушна та была, и всякий, кто в лицо ее смотрел, и знать не знал, кто крошкой овладел. Дурацкий слог, но в принципе любопытство вызывает.
Почему это Далила пишет про Эмили? Это странно. Ага. Вот тебя-то я, дружок, и ждал. Ну, давай. Пойди посмотри, как там дела на балконе. Это очень интересно. Зрелище просто захватывает дух. Хватит смотреть на эту мазню. Подыши свежим воздухом. Пора курить. Так, отдохни. Ну а здесь что? Здесь пока непонятно что. Ух ты ж. О, попался и этот. Как-то его бесцеремонно, да? Так, ну этот хавчик мне как-то не интересен. А, шляпников арестовывают. Кого вы, ребята, арестовываете? Они все уже мертвы. А здесь чего? Угу. Монетка. И все. Сортир. У них что, и в сортире деньги нет? Ну, слава богу. Я уж думал, что тут и в сортире деньги хранят. Так, стоп. А что ж получается, я вот тут вот. Тут мне тоже интересно. У-у-у. Это я удачно зашел. Универсальный ключ. Ой, как интересно. По-моему, там руна. Письмо доктора. Поверенный Тимш, с прискорбием сообщаю, что более не могу пребывать лекарем вашей матушки, поскольку вы настойчиво препятствуете исполнению процедур, которые могли бы восстановить ясность ее ума, мне остается только умыть руки. Позвольте заметить, что вы, по сути, приговариваете ее к смерти. Мое почтение. Доктор Партридж. Ну что, попробуем. Что этот пакостник тут прячет? Ну-ка. Remind you of recent events to help clear your mind and put you at ease. The plague has ended. I have married and will become Prime Minister, just as you always wanted. My sister and brother are both here and doing well. Your last will and testament has been written and approved. We all love you, Mother. Now go back to sleep. Rest. Everything is fine. Ух, негодяище. Маму обманывает. Письмо от Роланда. Уважаемый Арнольд, спасибо, что пригласили нас с женой на ужин на прошлой неделе. Мы провели великолепный вечер.
Я также благодарю вас за терпение, проявленное при конфузе моей супруги. Немногие способны проявить такое понимание. Я безмерно счастлив, что могу быть откровенным с вами в том, что касается моих дел. Не сомневаюсь, что вы сохраните все в тайне. Позвольте добавить, что я испытал невероятное облегчение, когда поделился своей озабоченностью и нашел в вас мудрого и понимающего коллегу. Надеюсь, вы окажете мне честь и примете приглашение на ужин. Искренне ваш, Уайлс Роланд. Это тот товарищ, который хочет обобрать нашего общего знакомого. Так, здесь чего у нас? Что-нибудь интересное, нет? Не видно ничего интересного. Сортир. Так. Эту штучку я все-таки цапну. Так, кто у нас за этой дверью? Никого? Да ладно. Не поверю, что никого. Это неправдоподобно. По-любому должен быть кто-то. Ага, это Тимш. Точно. Кто-то там все-таки за углом был. Вот он. О, отлично. General Turnbull, sir. He was expected some 30 minutes ago, but sent an envoy to communicate his delay. He'll be here within the hour. Very well. It makes me uneasy. The agent didn't notify me about this. Ну-ка, как я это смогу сделать из-под стола? Так, вроде не заметили нас, да? Хорошо. А здесь чего? Ага. Здесь надо полагать спуск вниз. Тоже в подвал или как?